Здравствуйте, друзья. Одна из моих новых друзей. Зовут ее Татьяна Глушкова. Вот в свое время я спрашивал, можно ли использовать ее ролики. Она сказала, можно. И пришла пора подводить не окончательные итоги, но все-таки итоги. Итак, назовем этот фильм, наверное, от посылки Железова до цветения абрикосов. Причем прошло немного времени. Вы видите, 2018 год, да еще так поздно. Вот уже май, вот уже июнь. Вот, вначале рассмотрим фотографии. Вот, вы видите, что это она посадила в торфяной горшочек, и оно всходит. Ладно. Давайте выйдем отсюда. Вот, посмотрим на эти фотографии. Ну, абрикос жардель, это мое, это почерк мой. Вот, это значит, что она получила от меня косточки. Часть из них уже не просто взошла, а переросла. Они за несколько дней буквально просыпаются, попадая с моего холодильника на почту. Так, посмотрели. Следующая фотография. Вот она распотрошила. Тут есть и спящие, есть вот видите, которые немножко взошли, а которые уже вон какие корни дали настоящие. Вот. Ну и тут я ей, может, советовал. Нет, она выписала достаточно много. Вот это и спасло ее сад. Следующая фотография. Ну вот, посмотрите, есть и спящие, проснувшиеся и переростки. Еще раз говорю, она взяла количеством. Я ничего не помню, это был 2018 год. С тех пор идет наше общение. Груша уссурийская. Также есть и спящая, есть и проснувшаяся. Это, наверное, с другого боку. Вот еще есть фотографии. Ну, не все проснулись, но вот это вот свойство груш, да вообще свойство семян, они имеют личный индивидуальный характер. Вот, я это считаю так. Итак, в природе когда-то случилось так. Свойства приобрели те семена, которые смогли выжить. Именно вот это свойство, наука это называет, не разбрасывая, сейчас скажу, это называется расщепление свойств. И в результате получается так. Я так догадываюсь, что вот зима прошла, наступила весна. И смотришь, одни рано взошли, бах, вернулась зима, погибли. Вот. Или наоборот, все обошлось. А другое лето, другой весной рано взошли, выжили, а которые уже проснулись. А самый момент, самый такой момент просыпания, он так выглядит. Другие вообще могли не проснуться. И в результате получилось разделение на раннее, среднее и позднее. Вот. И представим себе такой катаклизм, да? Вот. Она взяла, не взошла вообще семечко, косточка. Ну и что? Катаклизм прошел. Упал какой-то метеорит, или небо затянуло пылью от сверхвулкана. Вот. Лета не было, все погибло, но на следующую весну потеплело, пригрело солнышко. О, чудо! Взошла именно та косточка, семечка, которая обладала свойством зайти годом позже. Именно это свойство. Поэтому никогда не удивляйтесь, что все не 100 штук купили, все взойдут. Маловероятно, я так аккуратненько скажу. Вот, вот этот момент отметили. Еще вот это посмотрим. Ну, здесь почти все спит. Груша Сварог. Так, груша, наверное, Лукашевская. А вот она, нарядная Фима. Эти вроде получше еще спят. Еще посмотрим. Так. Ну, здесь почти нечего комментировать. Давайте идем дальше. Значит, смотрите. Напишите нам адрес, что я вам обещал выслать все фильмы «Последний правослучай». То есть
это просто наша переписка. С праздником. Дальше мой друг Троценко разослал вот эту информацию. В записке мы тогда еще только собирали деньги, записки вышли, эта книга. И у меня осталось всего несколько экземпляров. Налетай, расхватывай, пока они есть. Так, теперь, значит, я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели вот этот фильм. Я его сам не досмотрел, мне тоже будет интересно. Почему? Потому что, с одной стороны, новичок, а с другой стороны, очень наблюдательный человек. Задернена, землю перекапывать нельзя, земля должна быть прикрыта. Не копайте приствольные круги. Кто это придумал? Это придумали теоретики. Земля должна прикрыта быть. Зимой, посмотрите, такая под... Итак, да. Всем здравствуйте, с вами я, Татьяна. Сегодня я хочу пообщаться с садоводами. Садоводами, кто выращивает плодовые деревья. Не могу упустить момент сегодняшний. Вот почему? Потому что сегодня, значит, 1 апреля, начало апреля, идет активное снеготаяние. Если мы посмотрим, то лужи, конечно, везде обалденные. Так, вон там лужи, видите, все везде лужи. Значит, какой момент? Пошла я осматривать свои плодовые деревца. Так, вот то, что на кольях, это яблони и груши, которые я прошлым летом посадила. Вот, посадила я их по новой технологии. Я не готовила ямы посадочные, да, то есть как они готовятся. Вынимается куб земли, потом этот куб перемешивается там с перегноем и со всякой минералкой. Так и хочется сказать. Заправляется яма вот этой смесью, да, и туда сажается деревце. Значит, от этой технологии я ушла. Я посадила вот эти новые саженцы, я их посадила на холмики, то есть на возвышение. Ям я никаких не готовила. Для чего я это делала? Ну, для того, чтобы предотвратить подогревание корневой шейки ствола. Вот. Значит, в этом году снега было много. И мы сейчас даже посмотрим, как выглядят мои саженцы, которые были посажены на холмиках. Вот, например, вот эта яблонька, да? Вот уже у штамба, как вы видите, там уже, ой, не знаю, насколько видно. Вот вы посмотрите, здесь все влажно, ну, влажно, да? Там холмик, его просто еще снег не сошел. Вот, а так там холмик. Посмотрите, да, штамб на уровне землей, он влажный. Но это ничего страшного, потому что как бы снеготаяние не идет. Ну, ничего страшного для яблони. Вот. Лужи, видите, лужи нет. То есть сама корневая шейка у дерева, она не стоит в луже воды. Так, и у остальных саженцев, которые далее, да, такая же картина, мы к ним не пойдем. Так, сейчас я не могу не прокомментировать. Я же железов. Смотрите, я вернулся обратно. Это наблюдения мои многолетние. Это моя ученица. Вот. Танечка, жаль, далеко расцеловал бы. Вот. Значит, понятно, она сказала, посадила на холм, никаких кубических объемов куб ям, это действительно дурь несусветная, вот, которая вбита в голову миллионам. Вот, больше заняться нечем, рыть огромные ямы, наполнять, покупать. Вот, и она все сделала по железову, раз. А вот этот момент я хочу отметить. Вот посмотрите. Ну, понятно, во-первых, вытаяло раньше, значит, и подвергаться сопреванию. Основание штамба будет меньше уже, хотя бы потому, что на холме. Но есть еще один нюанс. Я его всегда подчеркиваю, потому что этого никто на всей стране, во всем мире не видит в упор. Не видит, не знает, не понимает. И ни один преподаватель в вузах этого не знает. Значит, ни один студент, ни один дипломник. Смотрите. Итак. Даже если бы это был не холм, всегда на ровном месте, даже на ровном месте, везде, если вы растет дерево с темной корой,
даже просто палка, воткнутая в землю, и, о чудо, вокруг нее вытаивается снег. Почему? Темный цвет коры нагревает солнце. Солнце нагревает темный цвет, проникает внутрь, получается маленький, как бы его назвать-то, то есть не кипятильничек, маленькое нагревательное устройство. Вот эта палка, которая воткнута, это нагревательное маленькое устройство. И оно, вокруг нее вытаивает снег. Вот это качество надо использовать. Его использует природа. И жизнь деревьев, а они тоже подвергаются опасности выпривания. Даже дикоросы подвергаются. И тогда вот это происходит и продляет жизнь дереву на годы, на десятки лет. Вот именно вот это свойство, что, еще раз, это вещи простые, понятные мне, теперь уже вам, но непонятные вообще до сих пор науке. Идет вытаивание и сохранение корневых шеек деревьев. И в это время, вот чем она хороша, Татьяна? Она не стала белить дерево, и тогда было бы белого цвета, и тогда оно бы не нагревалось. И тогда бы дольше времени, во время таяния снега, сырость бы сохранялась на лишние дни, а может быть, недели. Благодарю за внимание. Таня, даю слово вам слово. Вы сейчас присутствуете при одной из моих десятков скромных, но вселенских открытий, которые в упор никто не видит и не понимает. Хуже воды. Так, и у остальных саженцев, которые далее, да, такая же картина, мы к ним не пойдем. А мы пойдем к другой яблоне, которая уже более, наверное, ну, около сколько, так, ну, лет 5 ей, наверное, уже она у меня растет. Вот эта яблоня была посажена у меня в посадочную яму. По заверению продавца, да, она должна была зацвести у меня на следующий год. Но она до сих пор у меня не цвела, и по весне она очень плохо выглядит. Так вот, ребятушки, кто там садоводы, кто теорию пропагандирует, вы вот сначала посадите, а потом посмотрите, как это все выглядит. Вот смотрите. Посмотрите, это вода, лужа, штамп стоит в воде. И он, думаете, что с ним происходит? Он гниет, кора не дышит. Дерево от этого страдает. И оно у вас не то, что плодоносит. Когда ему плодоносит? Ему нужно восстанавливать все лето себя. Ему не до плодоношения. Он все успевает вырасти. Вон у него все ветки тянутся. Вертикально все тянутся к солнцу, да. Вот этого вообще не должно быть. Ну, яблоня, она еще более-менее стерпит такую картину. Но вот груши, пойдем, сходим груши, вот мы посмотрим. Здесь все плавает, просто все плавает. Посмотрите. Вот груша, пожалуйста, земля, нет никакой воды. Посмотрите, абсолютно сухой штамп. А почему? А потому что на холмике он посажен. Посмотрите, сухая грушка. Вот она уже заложила плодовые веточки. Через года два здесь уже будут у меня плоды. Так, ну вот, в общем-то, это груши. А вот там вдалеке у меня есть еще абрикосы. Абрикосы, они вообще не переносят этого переувлажнения. Абрикос, он сроду дерево, которое росло на скалах. Вот сейчас мы к нему подойдем и посмотрим. Так, вот, значит, это мои абрикосы в прошлом году посеянные. Сейчас мы подойдем поближе. Уважаемые садоводы, не читайте вы эти, не знаю, книжки, теории. У нас ведь наука ради науки, теория ради теории. Нужно проверять все на практике. Я послушала уважаемого человека, у которого огромнейший сад плодовых деревьев. Вот тут видите, что происходит? Вот если вы абрикос посадите наравне с землей, и он будет плавать в этой воде, он у вас, ну, не побоюсь этого слова, сдохнет. Не вырастить вам абрикос. Вот, а мои абрикосики, посмотрите, как они прекрасно себя чувствуют. Несмотря на то, что везде такая чача и такие лужи, вот давайте.
давайте посмотрим вот этот, например. Здесь я еще снег убирала. Посмотрите, абсолютно все сухо, абсолютно. Прекрасно. В этом году они у меня еще тронутся в рост. Здесь земля задернена, землю перекапывать нельзя, земля должна быть прикрыта. Не копайте приствольные круги. Кто это придумал? Это придумали теоретики. Земля должна прикрыта быть. Зимой, посмотрите, такая подушка. Корни эта травка прикрывала от морозов. Это газон у меня здесь посеян на холмиках. Вот, посмотрите, вон везде вода, а абрикосики красуются, стоят. Так что вот, пожалуйста, слушайте себя, свой разум, слушайте, вернее, проверяйте все на практике, смотрите, наблюдайте. Достаточно наблюдать. Вон еще у меня сколько абрикосов. И в этом году еще в холодильнике много-много абрикосов. Где им искать место, где-нибудь найду. Так что вот, а я немножко замерзла сегодня, ветрено. Всех с праздником, с 1 апреля. Всем счастья, здоровья, веселого настроения. Вот. И удачи. Пока-пока. Так, посмотрели мы. Я доволен. Это моя ученица. Она два раза пыталась произнести мою фамилию, но, видимо, забыла. Вот. А все остальное правильно, потому что это сад из моих семян. Вот. И не знаю, вот эту книгу она выписывала или нет. Это был еще... Она просто как бы участница вот этого именно... этого мессенджера, да, вот, и ей вот эта книга автоматом была выслана. Вот, мне кажется, на этом надо закончить, назовем это первую серию, потому что знаете, что дальше будет? Дальше будут ее же рассуждения, так, вот, и дальше будет вот это вот, Валерий Константинович, здравствуйте, проснулось воронье по вашу душеньку. Вы уж догадываетесь, о чем речь. Помните она про те ямы, из которых сгниют деревья? Вы знаете, чтобы закончить комментарий вот это вот ее вот этой вот его фильма. Ведь ладно, яблоня сидит у него в яме, и там лужа, потому что посадила она в яму. А абрикос-то и груша вообще эти ямы не терпят. И вы знаете. И когда я смотрел и показывал вам доктор наук, такой же ролик, он садит яблоню в яму, делает бортики, вот, естественно, не обрезано, юг-север понятия нет, корневой шейки понятия нет, вот, но собственными ручниками. Но он-то написал на своем сайте, на своем ролике, правильная посадка яблони и запятая груши, не зная, что груши сгнивают, да так быстро, что это главная причина посадки в яму, почему груш в стране нет. Вот на этом я хочу закончить первую серию, потому что дальше триумф. Цветение абрикосов. Посадка в 18 году. Так. А вот это вот вчера. А вот это вот вчера. Значит, 23-й год. 18, загибаю пальцы, 19, 20, 21, 22. Ну, и семя нормально. Так, друзья, будем считать, что мы закончили эту серию. А вот, конечно, сейчас косточки выписывать поздновато. У меня уже 19 мая. Вот, я имею в виду сертифицированно. Ну, впереди пролетит время. Вот уже осень, уже можно садить, и, если не сертифицировать. И пока за полцены. Давайте, 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 друзья. Заказывайте, потому что с осени будет полная цена, да плюс еще инфляция, поэтому от всей души говорю, закажите у меня каталог, посмотрите его и заказывайте сухие семена. Гарантия, что 22-го года урожай сохранен идеально, схожесть идеальна, это на кону моя репутация, поэтому я знаю, что говорю. До свидания, друзья, заканчивается у нас первая серия, как бы я примерно так назову,
от посылки Железова до цветения абрикосов. Наверное, так это будет.